Группа компаний Skyway объявляет об успешном завершении 12-го этапа развития и переходе на 13-й этап. Переход на новый этап развития состоится 12 декабря 2018 года в 23 часа 59 минут по московскому времени и будет сопровождаться снижением текущего дисконта. Согласно этапам развития группы компаний Skyway на 12-й этап было запланировано выполнение следующих работ. Первый. Завершение строительства, испытаний и сертификации тестового комплекса грузовой СВ-системы. Создание салона продаж грузовой СВ-технологии для перевозки промышленных сыпучих грузов. Второй. Демонстрация действующего грузового комплекса нового поколения потенциальным заказчикам. Заключение контрактов на адресные проекты грузовых трасс. Третий. Продолжение работ по созданию опытно-промышленной и производственной базы холдинга не только в Республике Беларусь, но и в других странах, и выполнение строительно-монтажных работ. Продолжение строительно-монтажных работ в экотехнопарке по созданию тестового комплекса высокоскоростной СВ-системы. Четвертый. Продолжение работ по созданию научного, испытательного, технологического и эксплуатационного оборудования, необходимого для опытно-промышленной обработки, сертификации, строительства и эксплуатации грузовой, городской и высокоскоростной СВ-систем, включая рельсо-струнные эстакады, подвижной состав и инфраструктуру второго уровня. Действительно, все запланированное на 12-й этап было выполнено. Выпущен и успешно протестирован новый образец подвижного состава «Юникар». Транспортный комплекс «Юнитранс» демонстрируется в работе в экотехнопарке. Увидел свет целый ряд инновационных разработок в области систем безопасности, энергосбережения, автоматических систем управления, оснастки и строительного оборудования. На новый уровень вышло сотрудничество с представителями бизнес-сообщества и властей ОАЭ, ставших сегодня ключевым направлением сотрудничества группы компаний. Установлены партнерские отношения с новыми странами и регионами. Очень много было сделано из того, что вовсе и не было запланировано. Например, в рамках специализированной выставки «Инва-экспо. Общество для всех», которая проходила с 12 по 14 сентября 2018 года в Москве, компания-разработчик технологии Skyway ЗАО «Струнные технологии» представила не имеющий аналогов в мире электромобиль для людей с инвалидностью. Новинка получила название «Юнимобиль». На международной транспортной выставке «Инотранс-2018», которая проходила в Берлине с 18 по 21 сентября, впервые был представлен общественности высокоскоростной юнибус, один из основных транспортных модулей струнного транспорта Skyway. То есть и здесь была проделана огромная работа на опережение запланированного. Во время проведения ежегодного отчетного мероприятия «Экофеста-2018» публике была представлена новая разработка – прототип беспилотного летательного аппарата на базе вертолета К-26 – самый крупный дрон в мире, который сможет перевести 1,5 тонны груза на высоте в несколько километров. Также на Экофесте был показан «Юнивинт» – легкое подвесное монорельсовое транспортное средство малой вместимости и суперлегкая трасса, по которой он перемещается. Для путевой структуры в этот раз был использован колтюбинг, что позволило построить ее в рекордно короткие сроки. Струнный мост занял свое почетное место в экотехнопарке и привлек большое внимание инвесторов. Ничего из представленного изначально не планировалось, но было спроектировано и создано специалистами ЗАО «Струнные технологии». В завершающем этапе началось создание собственной финансовой платформы на основе блокчейн-технологий. Анонсирован выпуск токенов, инструмента экономической интеграции адресных проектов. А также полученные группой компаний доходы от предпроектной деятельности позволили организовать обратный выкуп части инвестиционных долей у первых инвесторов. Так проект выразил признательность людям, которые поддержали его в самом начале развития. Еще 12-й этап был знаменателен тем, что испытательно-демонстрационный центр технологии Skyway отмечен на страницах туристического путеводителя «100 лучших мест Беларуси». Экотехнопарк стал визитной карточкой города Мариинногорка Минской области. Анатолий Эдуардович Юницкий был награжден юбилейной медалью «100 лет вооруженным силам Республики Беларусь» за выдающийся вклад в патриотическое воспитание молодежи. Медаль вручил председатель Пуховической районной организации общественного объединения «Белорусский союз офицеров» Александр Дашкевич. Выставки в Объединенных Арабских Эмиратах и Вьетнаме также можно отметить как существенный факт, так как они повлекли за собой важные события.
13-й этап планирует продолжение работ с заказчиками и поставщиками оборудования, продолжение работ по созданию опытно-промышленной и производственной базы холдинга, продолжение работ по созданию научного, испытательного, технологического и эксплуатационного оборудования, необходимого для опытно-промышленной отработки, сертификации, строительства и эксплуатации транспортной системы SkyWay, а также продолжение работ с заказчиками со всего мира по адресным проектам с целью заключения предварительных контрактов и получения предзаказов и авансовых платежей по этим заказам. То, что все, что запланировано, будет выполнено, сомневаться не приходится. Остается только догадываться, что будет сделано сверхзапланированно, какие приятные сюрпризы ждут нас в следующем этапе. Напоминаем еще раз, что переход на новый этап развития состоится 12 декабря 2018 года в 23 часа 59 минут по московскому времени и будет сопровождаться снижением текущего дисконта. Важно понимать, что текущая фаза развития проекта и инициация новых направлений деятельности обуславливает рост инвестиционной привлекательности группы компаний SkyWay. Учитывая это обстоятельство и действуя в интересах инвесторов, руководством было принято решение о поэтапном снижении дисконта. В связи с этим 13-й этап будет разделен на несколько подэтапов, в рамках которых будет осуществлено постепенное снижение действующего дисконта. Таким образом, компания предоставляет инвесторам возможность более гибкого планирования собственной инвестиционной стратегии. План развития группы компаний SkyWay состоит из 15 этапов. Мы стремительно приближаемся к завершению. Это огромная радость для всех инвесторов и огромное разочарование для всех, кто упустил шанс участия в этом грандиозном проекте. Больше не осталось сомнений, быть струнному транспорту Юницкого или нет. Не осталось рисков. Хотя нет, остался только один – не успеть приобрести доли компании. Надеемся, что вы не в зоне риска.